А началось все символически с ярмарки специальностей. День открытых дверей традиционно собрал десятки юношей и девушек, ищущих, любопытных, активных и энергичных. Правда, пока осторожных в выборе. Среди молодежи будущие юристы, педагоги, историки. А пока они школьники, у которых впереди первый в жизни судьбоносный выбор. Определиться непросто. Университет предлагает широчайший выбор востребованных сегодня на рынке труда страны специальностей. Университет предлагает для абитуриентов 38 специальностей, по которым идет набор. И я хочу сказать, что, в общем-то, набор специальностей и количество студентов, которые будут поступать, то, что мы называем контрольными цифрами набора, будет напрямую связано с потребностями региона. Наш университет, конечно, в первую очередь ориентируется на региональный контекст, то есть заявки Брестской области в кадрах. Хотя в этом году мы по распределению наших выпускников отправили и в Минскую область, и в Гродненскую, в Гомельскую. Тем самым это все говорит о том, что наши выпускники востребованы на рынке труда. Брещане и приезжие, к слову, не только из разных уголков Беларуси, но и из-за рубежа делают первый шаг в будущее. И если в пользу вуза пришедший выбор уже сделали, то вопрос о профессии для многих пока остается открытым. Чего не скажешь об Ане Наумчик. В город над Бугом приехала за мечтой стать историком. Еще когда с 5 класса, когда только начался предмет, мне стало интересно, я начала им увлекаться. Мне нравится этот предмет, и как бы у меня к нему большой интерес, и он хорошо уйдет в школе. Ну, потому что он дает некоторые перспективы. Брестский государственный университет на протяжении 72 лет держит высочайшую планку, постоянно развивается, идет в ногу со временем. За десятилетия вуз подготовил свыше 70 тысяч специалистов. Здесь готовят профессионалов в самых перспективных областях. Социальная сфера, система образования, народное хозяйство, силовые структуры. К слову, выпускников Брестской «Альма-Матер» сегодня можно наблюдать едва ли не в каждом уголке Беларуси и за рубежом.